Всем здравствуйте, меня зовут Михаил, и сегодня у нас снова обзор двухэтажного дома в том же коттеджном поселке Морской, но на этот раз 106 проект с интересными изменениями. Всего у нас таких, ну, где-то два максимум предложений, поэтому что же там такого интересного, пойдемте я вам покажу. Итак, мы внутри дома, на первом этаже. Само собой, планировочку я вам прикладываю. Значит, коммуникации все подведены. Также установлено газовое оборудование, в том числе и розетки под ваши гаджеты и прочий гарнитур. Прихожая комната в 3 квадратных метров, она маленькая, но даже там есть место, чтобы установить небольшой шкаф для ваших вещей. Санузел небольшой, 4,5 квадратных метров, но это достаточно, чтобы разместить там душ. Коридор 8 квадратных метров, совмещенная кухня-гостиная 26 квадратных метров. Как и в других наших 106 проектов, здесь есть 3 спальные комнаты в среднем по 12 квадратных метров, а также еще один санузел, но уже 7,5 квадратных метров. Но вот что же есть там, пойдемте покажу. А вот здесь, уже выходя из спален комнат, есть открытый балкон. Вы сразу спросите, как же так, здесь нет ограждения, если человек упадет. Сделано это специально, потому что кто-то из вас захочет остеклить это место, да? Кто-то хочет просто сделать ограждение, кто-то что-то еще придумывает. Поэтому на начальном этапе сделано именно таким образом. Вот такой получился у нас обзор. На этот раз я не буду озвучивать цену, поэтому у меня есть просьба, пожалуйста, задавайте свои вопросы на горячую линию, либо же под этим видео. Мы читаем все комментарии. С вами был Михаил, спасибо вам, что смотрели ролик. До скорого!